Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор і мій сьогодні Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління. Вітаю вас, пане Павле. Вітаю вас. Отже, чергова заява, яка шокувала світ. Путін назвав дві головні умови для започаткування мирних переговорів з Україною. Це виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також відмова Києва від вступу до НАТО. І все це напередодні саміту. Як думаєте, що надихнуло на таку цинічну заяву Путіна? Можливо, той самий спільний ядерний удар, який вони відпрацювали з Лукашенком, нібито напередодні, якщо вірити ЗМІ. Або ж, можливо, Путін сьогодні на то впевнений, що його слова будуть враховувати на будь-яких площадках щодо миру? Я думаю, что здесь очень просто объясняется заявление Путина. Было созвано искусственное совещание в Министерстве иностранных дел. Но обычно Путин, так же, кстати, как Лукашенко, выступает на совещании послов, которые проходят ежегодно с какими-то посланиями внешнеполитическими. Это не бывает, кстати, каждый год от случая к случаю. Но здесь мы видим, что было созвано искусственное совещание российских дипломатов, центрального аппарата. Почему именно сейчас? Потому что сегодня в Швейцарии начинается саммит мира. И нужно было обозначить свои красные линии, нужно было обозначить свою позицию для того, чтобы это стало предметом обсуждения в Швейцарии. И именно на это и было направлено заявление Путина. Фактически он пытается сделать ход конем, но мне кажется, на этой шахматной доске уже это не фигура коня. Я не готов утверждать, что это фигура пешки, но вместе с тем этот ход конем не срабатывает. Скорее, он срабатывает в другую сторону. По крайней мере, я надеюсь, что мы можем на это рассчитывать. Что западные партнеры очень четко понимают, что Путин не планирует менять свою позицию. Он дальше планирует реализовывать захватническую войну, агрессию. Кстати, если помните, несколько недель тому назад была публикация в Reuters, а источники из Кремля говорили о том, что Путин готов к переговорам и к перемирию. Именно тогда я, комментируя это событие, говорил о том, что нельзя верить подобным источникам, подобным заявлениям, потому что Путин, когда в 2022 году собрал свое торжественное собрание в одном из помещений Кремля и торжественной обстановке заявил о присоединении четырех принадлежащих Украине областей, фактически обозначил те границы, к которым он будет стремиться, и говорить о том, что он готов остановить войну, что он готов остановиться на этой линии соприкосновения. Это абсолютно нереалистичный сценарий. Я себе не представляю, чтобы Путин заявил о том, что я, вы знаете, откажусь от части тех территорий, которые он вписал в свою же конституцию, и предлагаю остановиться на том, на чем есть. Он будет идти именно до достижения этой главной цели. Но тем более Западу нужно понимать, чтобы он не достиг этой цели, необходима помощь Украине. Я надеюсь, что швейцарский саммит как раз-таки в своих итогах будет также говорить о необходимости усиления военной поддержки Украины, потому что иначе это все создает очень существенную безопасность всему региону, всей Европе и миру. До речі, от загалом про навчання Путіна і Лукашенка спостерігали всі, принаймні, за повідомленнями у ЗМІ, що був другий етап, і так дуже гучно лунали заголовки, мовляв, відпрацьовуйте спільний ядерний удар. Ми не бачили, звісно, ніяких фото-відеодоказів, ми бачили лише ось таке повідомлення. Чи можливо дістати інформацію звідти, що там відпрацьовувало, з яким чином, і чи взагалі вони це робили, ось тут цікаво. Ну, они показали там снимки, показали самолеты, самолеты с подвесным якобы тактическим ядерным оружием. В последующем это было дезуировано тем же белорусским ГУИНом. Было подробное разбирательство. Они показывали «Искандеры», показывали ту технику, на которую могут переводиться тактические ядерные боезаряды. Обращает на себя внимание заявление министра обороны Лукашенко по фамилии Хренин, который сказал, что мы готовы к применению специального ядерного оружия. То есть он так определил именно специального ядерного оружия. Ну и как бы громкое заявление. Когда читаешь его так буквально, мы готовы к применению специального ядерного оружия. То есть это произойдет когда? Сейчас, в эту минуту, завтра, послезавтра. То есть это такая метод создания угрозы. Но согласитесь, что вот подобное заявление, тем более из уст лукашенковского генерала, военного преступника Хренина, они падают в пустоту. Никто на это не обращает внимания. Так же, как и на те учения, которые они пытаются продемонстрировать угрозу. Ну да, безусловно, сам факт размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси, он создает угрозу
не только Украине, он создает геополитическую угрозу, геополитический вызов для стран-соседей Польши, хотя в отношении Польши уже угроза существовала с территории Калининградской области, но дополнительно досягаемость тактических ядерных боезарядов может идти на территорию, например, той же частично Чехии, Венгрии, Словении, поэтому, да, геополитическая угроза возрастает. Но я думаю, на этот счет американцы уже дали очень четкие ответы, что произойдет, если подобный сценарий, не дай бог, будет реализован. Но они продолжают потрясывать этим ядерным оружием. Ну, вы знаете, я думаю, что они с того детства, когда очень любили мальчики играть в войну. Но, к сожалению, вот это уже не игры, да, это человеческие судьбы. И почему они решили, что они за нас будут решать наши судьбы, наши жизни? Вот два человека собрались и решили, что мы вершители судеб, жизнь, здоровья миллионов людей. Да, это прискорбно, но пока это выглядит скорее такой, как блеф, на который уже никто не хочет реагировать. Реакции было уже предостаточно. Якщо говорити про ось цю буферну зону, про яку заявляли у Польщі, вона мала створена бути ще 13 червня, обмеження на 90 днів запроваджували. Це якось загалом вплине на відносини Білорусі з іншими країнами? Чи, власне, Лукашенко все одно на ці всі буферні зони, на ось такі от обмеження з боку Польщі? Ну, вы знаете, с чем это связано? Это связано с тем, что началось еще в 2021 году, и сейчас за последний период возросло давление на границу Польши со стороны Беларуси, когда ежедневно сотни нелегальных мигрантов пытаются прорвать линию государственной границы. Все это искусственный миграционный кризис, за которым стоят российские спецслужбы, белорусские спецслужбы, белорусская спецслужба ОСАМ, отдел специальных активных мероприятий Государственного пограничного комитета, который организовывает доставку, организовывает маршруты подхода к границе, проводит маневрирование, отвлекающие маневры и в последующем снабжает, конечно, соответствующим экипировкой, материалами, необходимыми для того, чтобы ломать ограждение, которое существует, пересекать это ограждение. В результате это приводит к тому, что Польша вынуждена стягивать дополнительные резервы, силы, в том числе вооруженных сил, Польши для охраны государственной границы. Ну а самое прискорбное, это привело к человеческим жертвам. Убийство военнослужащего, ранение военнослужащего, который в результате черепно-мозговой травмы потерял глаз, ранение еще нескольких военнослужащих, то есть это уже реальные жертвы, которые несет польская сторона. Кстати, любопытная история, буквально после того, день после того, как скончался польский военнослужащий, возле границы Беларуси и Польши неожиданно застрелился белорусский пограничник. Совпадение ли это или что-то другое, я не готов комментировать, но любопытен сам факт, что буквально в течение суток произошла трагедия и с белорусской стороны. Была она простимулирована или это действительно было самоубийство военнослужащего? Это пока еще, как говорится, следует разобраться. Может быть, когда-то мы об этом узнаем. Эта дополнительная зона, конечно, она влияет на экономические интересы тех людей, которые живут возле границы. Конечно, для нас, для белорусов, это важно, потому что там живет очень много белорусского этнического меньшинства, но вместе с тем правительство заявляет, что будут предприняты все действия, чтобы не ограничить бизнес. Но это защита от Лукашенко, защита от агрессии. Кстати, нужно понимать, что роль Лукашенко сегодня в войне против Украины заключается именно в том, чтобы перманентно дестабилизировать ситуацию на линии государственной границы Беларуси с Польшей, с Литвой и Латвией. Поступала информация еще ранее о том, и мы публиковали ее, она была публичная, нами заявлялось, что могут провокации привести к жертвам со стороны военнослужащих. Даже был сценарий расписан о том, что снайперы, заброшенные на территорию Польши, стреляют в белорусских пограничников. В результате происходит жертва. Режим был готов пойти на такую, фактически, козла отпущения. Простите за это сравнение, когда жертвой пойдет кто-то из военнослужащих пограничников белорусских, в ответ начинается стрельба, и что мы имеем на границе? Локальный вооруженный конфликт, который может перейти к локальному, не знаю, вооруженному столкновению. Конечно, Лукашенко не решится пересекать границу с использованием вооруженных сил, кишка танка, ну и, наверное, и планов таких нет. Но создание этого конфликта приведет к тому, что Польша и другие страны будут стягивать оружие, силы, ресурсы для охраны собственных границ, соответственно, меньше возможностей помогать Украине.
соответственно, это дестабилизирует ситуацию в обществах. Ведь они не только на границе это делают, они еще забрасывают диверсантов на территорию Польши и стран Европы для того, чтобы они провоцировали там диверсии. И несколько диверсий было открыто. Один торговый центр сгорел, но один удалось предвосхитить. А представляете, если это произойдет, соответственно, это может привести к измене настроения в обществе. Ну, по крайней мере, Лукашенко и Путин на это рассчитывают. Про армію Білорусі, якщо взагалі можна це слово вживати окремо від союзного государства, відомо, що під час зустрічі Путіна і Лукашенка вони обговорювали питання формування єдиного оборонного простору і такі синхронні навчання нестратегічних ядерних сил, які, власне, ми потім побачили. Ситуація напружена, каже Лукашенко і Путін, що от з урахуванням цього всього треба діяти і робити спільну оборону. В якому стані сьогодні армія Білорусі? Чи є дійсно якесь розуміння, а насправді для чого ті навчання були, які проводилися в два етапи, що вони дали? Чи можна сказати, що сьогодні, можливо, армія Білорусі сильніша як окрема одиниця, ніж це було до початку повномасштабного вторгнення, і коли Україна дійсно боялася, що армія Білорусі цілком може піти зі своєї території під керівництвом Путіна? Що зараз там? Ну, тема, смотрите, вооруженных сил, боеготовности вооруженных сил Лукашенко, она перманентно поднимается, она белорусская угроза, она висит в воздухе, ну, я в кавычках говорю, белорусская угроза, и она перманентно поднимается в обсуждение. Лукашенко, опять же, сам очень непоследователен в своих заявлениях. То он за мир, то он такой голубь мира, то он ястреб войны, то он признается в том, что мы тут с Путиным вместе агрессоры, упоминает ядерное оружие, если что, вы же имеете в виду, ответ будет молниеносным и убийственным, говорит о миллионах жертв, когда-то он говорил это Скобеевой. Пропаганда Лукашенко перманентно пытается продемонстрировать мощь вооруженных сил Беларуси, во многом фейковую. Конечно, они показывают кадры, прежде всего, там, воздушно-десантных дивизий, сил специальных операций, которые могут представлять какую-то определенную силу. Но в целом, если мы говорим об оценке вооруженных сил, то число, может быть, в последнее время нет, скажем, абсолютно точных данных. Называлось 75 тысяч человек вместе с гражданским населением. По мнению шведского института войны, это порядка 48 тысяч военнослужащих. Из них, как сам Хренин, министр обороны Лукашенко, заявлял, 60% контрактников. Ну, опять же, боеготовностью обладают силы специальных операций, воздушно-десантные дивизии. Тут можно оценивать их число от 12 и более тысяч человек. Так вот, если мы говорим о потенциале вооружений, конечно, это все, что досталось с советского периода, но одновременно Лукашенко за последние годы приобретает вооружение. Он приобретает и получил от России С-400, и «Искандеры», опять же, которые могут переносить ядерные боезаряды. Он приобрел самолеты Су, Миги, он вертолеты приобрел в последнее время. Да? Если мы посмотрим на танки, с танками тут разобраться сложно, всего их где-то порядка 1270 в Беларуси, но на ходу 446, если я не ошибаюсь. Сколько их было перед Россией, мы помним, когда они отправляли на войну эшелонами из Беларуси. Это цифры пока неизвестны. В целом, я бы хотел сказать так, что, конечно, когда вас в течение двух лет, более чем двух лет, с 2022 года, перманентно таскают по полигонам, перманентно обучают все рода войск, проводят боевое слаживание, постоянную проверку боевой готовности, учения, совместное с гражданской обороной, с руководством страны, то бишь уровень подготовки, конечно же, вырос. Опять же, те же вагнеровцы, ну, не переоценивая, недооценивая, как инструкторы там пытаются чему-то обучать. Поэтому потенциал вооруженных сил Беларуси, он в определенной степени вырос, но вместе с тем он не составляет на сегодняшний день самостоятельную серьезную угрозу. Говорить о том, что белорусские вооруженные силы самостоятельно прорубят Сувальский коридор, прорубят, как говорит Муравейко, нынешний начальник генштаба вооруженных сил Беларуси к Балтике транзит силы оружия, да, это нереалистичный сценарий.
Их роль, опять же, возможна только в случае размещения серьезной группировки российских вооруженных сил на территории Беларуси. Но если Путин вчера заявляет, что у него там 750 тысяч военнослужащих находится, участвует в агрессии против Украины, возникает вопрос, почему он 100 тысяч до сих пор не перебросил в Беларусь. Ну, значит, тут нет пока таких планов, нет такой стратегической задачи. Лукашенко выгоден Путину для обхода санкций, Лукашенко выгоден Путину для производства оружия и все, что связано с необходимым обеспечением военно-промышленного комплекса Российской Федерации в целом войны. Лукашенко выгоден Путину для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на границе. Поэтому пока он выполняет эту роль. Если же появятся российские войска, ну тогда частично вооруженные силы Беларуси могут быть использованы. Но опять же, Лукашенко этого будет упираться. И не потому, что он так любит Украину или хорошо относится к Украине. Он понимает, что жертвы среди белорусских военнослужащих – это потенциальный триггер. Уровень этого триггера мы не знаем. Но то, что это триггер – это 100%. И он этого очень сильно боится. Тем более он планирует переназначиться в 2025 году на своих выборах. Ну і ще цікаво, загалом інша співпраця. Буквально нещодавно стало відомо, що уряд Угорщини уклав угоду з Білоруссю, яка стосується допомоги у будівництві другої угорської атомної електростанції. Про це говорив міністр закордонних справ Угорщини, він був з візитом у Мінську 29 травня. Відомо, що от російська компанія, зокрема Росатом, ще з 2014 року зводить два реактори потужних у центральній частині Угорщини. Загалом, а що це означає? Білорусь буде допомагати Путину заробляти гроші. І про що ця угода? Ну, Лукашенко всегда хочет скачать какой-нибудь подряд, где бы поживиться, в том числе за счет интересов Российской Федерации. Но для него, конечно, Россия, это уже мы не с сожалением говорим, жалея дойную корову, но Россия именно является дойной коровой для Лукашенко. Он перманентно это делал в огромных объемах. Это более 100, если не уже там не до 200 миллиардов долларов США за все время 30-летнего его пребывания у власти. То есть он умеет выкачивать деньги. Если мы говорим про атомные технологии, я не знаю, с кем он будет это делать, когда он вчера заявил о том, что вот он посадил замминистра энергетики Мехадюка, который отвечал за строительство белорусской атомной электростанции именно весь этот период. Когда у него Семашко, вице-премьер, который был потом послом в России, отвечавший также за строительство АЭС, уже давно на пенсии, готов ли он там попересажал уже всех? Готов ли он на сегодняшний день найти хотя бы даже кадровый потенциал для того, чтобы это реализовать? Ну, конечно, как подрядчики, строительные подрядчики, если речь идет об этом, я сейчас, может быть, не готов там говорить о деталях, белорусские компании могут быть использованы, но у Лукашенко у самого огромнейшие проблемы с кадровым потенциалом. Вакансий в стране порядка 165 тысяч, в том числе и в строительной сфере. Он планирует приглашать там чуть ли уже не севернокорейцев, вьетнамцев, кого угодно, чтобы заполнить даже рабочие места на МАЗе, на Минском тракторном заводе. У него у самого не хватает людей. Кого он туда отправит, я не знаю. Технологиями он обладает? Не обладает. В чем его может быть помощь? Он может быть таким теоретическим мостиком для обхода санкций, опять же, между Россией и Европейским Союзом с Венгрией. Вот здесь он может пытаться играть свою игру. Хотя Запад же до сих пор не вел санкции на атомную промышленность Российской Федерации. Тут, кстати, позиция Франции, насколько я понимаю, что именно она не заинтересована. Ну, здесь, скорее всего, я думаю, надо говорить о каком-то содействии в обходе санкций. Ну і ще одна важлива тема. Виходить так, що Єреван чекає вибачення від Лукашенка. Адже відомо, що після того, як самопроголошений побував в Азербайджані і між Білоруссю і Вірменією назріває такий вже дипломатичний скандал, криза, скажімо так, в Єревані, зокрема, незадоволені тим, що Лукашенко, будучи союзником Вірменії, підтримував Баку у війні в Карабаху і постачав, як стало відомо, противнику озброєння. Пашинян заявив, що ні він сам, ні інші офіційні представники Вірменії не прийдуть до Білорусі, доки там не зміниться влада. Ось такий розрив дипломатичних відносин, загалом відносин для Лукашенка, що може означати далі? Ну, причина угроза виходу Армении из ОДКБ заключается в самих реальных действиях Лукашенко. Лукашенко в мае
находясь у своего самого лучшего друга Алиева. А Алиев, кстати, неоднократно приходил на выручку Лукашенко. Я помню, когда работал еще в правительстве, мы общались достаточно хорошо с министром финансов. И он рассказывал, как он летал в Азербайджан правительственным бортом, один на борту, для того, чтобы наличкой привезти несколько десятков миллионов долларов, для того, чтобы погасить тогда задолженность России по газу. Именно наличкой он получил их в азербайджанских банках. Вот просто банально наличка. Не знаю, сколько там заплатили, сколько там в карманах у кого осталось, но это уже другая история, да. Но всегда Алиев помогал Лукашенко. Ну, мы же понимаем, что Азербайджан – это такая же диктатура. Диктаторы друг другу помогают. Армения – демократическая страна. И вот здесь представить себе дружбу в рамках союзов демократической страны и диктатуры – всегда это очень сложно. Лукашенко идет только там, где ему выгодно. Если ему выгодно зарабатывать на Азербайджане, он будет зарабатывать. В Армении он не заработает столько, поэтому он будет поддерживать Азербайджан. Но давайте вспомним, что он когда-то проговорился о том, что, или это был президент Армении, о том, что шла торговля, когда Лукашенко предложил президенту Армении продать Нагорный Карабах за 3 или 5 миллиардов долларов США. Вот нормально так? Президент, в кавычках говорим, одной страны предлагает президенту другой страны продать свою часть территории за 5 миллиардов долларов. Вообще, конечно, вот что у человека в голове в этот момент, когда он думает? Что у него у человека в голове, когда он публично заявляет о том, что мы обсуждали перед началом войны освободительную войну и оценили, что победить в этой войне реально. Это Лукашенко говорит Алиеву до начала военных действий против Армении. И он это потом рассказывает публично, но человек просто не умеет держать язык за зубами. Если был бы умный, то просто бы это не произносил. Он взял это, произнес. Пропаганда Лукашенко это все, конечно, удалила, но азербайджанская пресса об этом написала, потому что им это выгодно. Но это так же, как вчера. Лукашенко заявил о том, что более 30 государственных чиновников задержаны, арестованы по коррупционным делам, а там высокого уровня, там зампредседателя облсполкома, замминистры и так далее. И при этом, говорит, странные обстоятельства. Более 30 – это евреи. Я не антисемит, но это евреи. Ну вот что ты опять сказал? То есть ты прямо делаешь выпад против Израиля, да? Заявляешь, что ты реальный антисемит. И таких заявлений в отношении еврейского народа было много. Вот сейчас он делает то же самое в отношении Армении. Вообще, конечно, Армения поступила очень правильно. Она поставила ему клинч такой, безвыходную ситуацию. Или ты извиняешься, или уходи с ОДКБ. Лукашенко не извинится. Это понятно, это не в его правилах. Ну и, конечно же, не уйдет. Ну, значит, уйдет Армения. Поэтому этот процесс начат. Не может демократическая страна быть в союзе с недемократическими странами. Все постсоветские образования, созданные Российской Федерацией, должны потерпеть крах. Это одно из условий, в том числе победы Украины против России. И для этого нужно предпринимать все усилия. СНГ, Евразийские экономические союзы, ОДКБ, все они должны развалиться. Ну, мы с вами, кстати, этот процесс и наблюдаем. Ну, Лукашенко, конечно, отомстит Армении. Наверное, весь бизнес армянский уже кто мог убежал, кто не убежал, наверное, попадет под очень серьезный пресс. Ну і ще така цікава тема, звичайно, яка покрита таємницями, це взагалі всі зустрічі Путіна і Лукашенка. Ви в одному з інтерв'ю казали, що останнім часом вони проводять переговори ночами. Отут цікаво, це якийсь такий певний фетиш, що, можливо, вже якісь заходи безпеки. Пам'ятаємо ми таку всю безпрецедентну історію із прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, який, до слова, є прихильником путінської політики. От чи бояться чогось ці двоє, чи це, власне, вже якийсь такий новий рівень, я не знаю, таємничості і, можливо, якоїсь конспірології? Еще раз, если можно, я просто пропустил. Речь идет о том, что они по ночам встречаются, да? Так, по ночам. Ви казали, що от останнім часом у них от є така традиція. Ну, это да, это интересная такая история, что пресс-служба Лукашенко постоянно подчеркивает, что в Москве, сам Лукашенко сказал, кстати, что он с Путиным в Москве в ночь с 8 на 9 мая сидел там до 4 утра,
Потом они, когда приехал, он в Минск, сидели там до 3:30 утра или до 3 утра. Пресс-служба Лукашенко очень любит считать часы, сколько разговаривает Лукашенко и Путин. И этим очень гордится. Вот-вот, они долго разговаривают, значит, это что-то такое потрясающее, да, в их понимании. Но интересно, сразу проводится историческая параллель. Кто у нас по ночам работал? Ну, у нас, ну, в бывшей, как говорится, стране, где когда-то все наши независимые государства были, как Советские Республики. Ну, Сталин. Сталин работал по ночам. Еще, кстати, рассказывали такие легенды, что детей, взрослых, даже детей водили на Красную площадь ночью смотреть на Кремль, где горят эти окна Сталина. И даже были действительно два окна, которые никогда не выключались. Никто не знал, был ли там Сталин, не было там Сталина, был ли он на даче в этот момент. Но окна горели. И все смотрели на эти окна и понимали, что вот страна спит, а вождь, великий вождь народов, он не спит. Даже там появлялись такие стихотворения, да, «Спит Москва, в ночной столице, звездный час, только Сталину не спится, он думает о нас». Да? Ну вот это два товарища, которые хотят подчеркнуть, что вся страна спит, а мы по ночам работаем. Потому что Лукашенко очень часто любит говорить, я работаю круглосуточно, у меня не бывает выходных, я не езжу в отпуск. Но на этот счет уже были разборов очень много. Лукашенко – это самый большой отпускник в Беларуси. Это перманентные были хоккеи, это присутствие на работе, это я говорю как министр, как посол бывший, максимум 4-5 часов. Приезд на работу у него был раньше к 12 к часу, проведение совещаний до 4, максимум уезд в резиденцию. Там спорт, развлечения, суббота-воскресенье, никаких мероприятий никогда не ставилось. Поэтому ездил он всегда, конечно, за государственный счет в Эмираты, к Путину в Сочи и так далее, типа работать, делал формальную фотографию с шейхами, а все остальное время отдыхал. И это все прекрасно знают. Но им же нужно подчеркивать, понимаете, что они вот по ночам работают и по ночам принимают важнейшие решения. Поэтому страна может чувствовать себя спокойно. Но самое интересное, вот если мы проводим параллель со Сталиным, ведь это посыл был, что несмотря ни на что, вы все под контролем. Круглые сутки вы все под контролем. Потому что здесь можно читать и вторую историческую параллель. Значит, мы за всеми за вами смотрим 24 часа в сутки. Що ж, ну і також на завершення ще запитаю загалом про роль пропаганди сьогодні. Я думаю, тут можна говорити в контексті і Росії, і Білорусі, таке собі союзне государство, тому що от вийшло опитування, що, мовляв, більше половини росіян приготувалися до світової війни вже і розраховують на перемогу над Штатами. Там було багато такий великий список країн, кого вони вважають першим, хто може протистояти Росії, це, звісно, Сполучені Штати. Тут ми, звісно, бачимо ось таку роботу пропаганди і результати. На вашу думку, якщо брати спочатку повномасштабного вторгнення, є якісь сьогодні вже, можливо, новітні методи боротьби, і чи все ж таки знайшли, можливо, журналісти, політики, як можна достукатись туди, де інформації мало, де вона закрита, джерел фактично таких немає, і вони не дивляться інші телеканали, окрім російських. Що робить пропаганда, як з нею боротися? Ну, это, конечно, сложно, потому что если мы говорим на тот огромный ресурс, который выделяется в Российской Федерации и в Беларуси на пропаганду, то мы не сопоставимы с, например, вот мы как демократические силы, с тем ресурсом, который тратится на в эти цели двумя диктаторами. И победить эту пропаганду, ну, достаточно сложно. Но это не означает, что мы не достигаем каких-то определенных целей. Успехов, конечно, говорить здесь не приходится. Успех будет тогда, когда изменится вся ситуация, да, но каких-то результатов. Если мы посмотрим, мы достаточно четко доходим на порядка 60-70% аудитории в Беларуси. И это благодаря независимым СМИ, благодаря блогерам, благодаря политикам белорусским. Поэтому наш голос слышен, он учитывается. И Лукашенко поэтому публично реагирует на это. Если мы говорим про российское общество, я думаю, здесь, конечно, то, что было сделано Соловьевщиной за последние 10-15 лет, переломать за несколько лет достаточно сложно. Это такая прошла промывка мозгов. И здесь, конечно, она основана, наверное, на ментальности большинства россиян, имперской ментальности.
И вот эту имперскость изменить, тем более на протяжении нескольких лет, невозможно. Можно это достичь тем, что когда распадаются империи, когда действительно экономические интересы каких-то регионов становятся выше, чем общие интересы империи, вот тогда и будут происходить и более активные ментальные изменения. На сегодняшний день, конечно, это сложная задача. Это, кстати, отличает белорусов от русских. Белорусы – европейская нация, исторически европейская нация. Большинство белорусов не поддерживает войну, большинство белорусов не поддерживает Лукашенко. А в России, это социологические данные, я здесь не придумываю, в России все наоборот. Большинство до сих пор поддерживает Путина и поддерживает войну. Но, опять же, в мире ничто не является статичным и стабильным. Поэтому, глядя, например, на Путина, сидящего в километре от Лаврова на этом совещании, глядя на эти столы, ну как вы думаете, у россиян же тоже в подкорке начинает что-то срабатывать, как Лукашенко, который унижал в 2020 году белорусов, умиравших от коронавируса. Все это выглядит унижение, это такое превосходство. Но тут, опять же, на часть общества работает, но он же царь. Он же может это, потому что он царь, да, вот они вот любят царя. У белорусов нету такой оценки руководства. Хотя сегодняшняя пропаганда, кстати, пророссийская пропаганда в Беларуси, пытается вбить тезис: нам не нужны выборы, нам не нужна сменяемость власти, у нас должно быть единовластие пожизненное для Лукашенко. Они пытаются российские нарративы ввести в белорусское общество. Но это для нас тоже вызов. Дякую вам, пане Павле, за важливу розмову, за те, що ви робите. Віримо, що будуть вільні і українська земля, і білоруська. Дякую вам і до нових зустрічей. Всього доброго. Павло Латушко був з нами, це заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, також керівник Народного антикризового управління. Друзі, дякую кожному. Будь ласка, долучайтеся до обговорення в коментарях. Ну і, звісно, бережіть себе кожен у цей нелегкий час.